Минувший период 2012-2013 годов был напряженным, богатым на события, и, надеюсь, для многих из вас он был и плодотворным. Год отмечен заметным ростом демографических показателей. Первенцев в орских семьях рождено за 9 месяцев этого года почти на 46% больше, чем за этот же период прошлого года. Все это говорит о повышении качества жизни орчан. И теперь перейдем к тенденциям экономического характера городского. В целом за 9 месяцев 2013 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве составил более 20,5 миллиардов рублей. При этом оборот розничной и оптовой торговли, оборот предприятий общественного питания, объем платных услуг за этот период времени составил 19 миллиардов рублей. По сравнению с минувшим годом, традиционный источник роста промышленности оказывается в сложной ситуации. Такая тенденция характерна не только для города Орска. Она дает знать о себе в экономике области и в целом стране. Промышленное производство в стране за первое полугодие 2013 года выросло всего лишь на 0,1%. И это дает основание говорить не только о стагнации промышленности, но и о дальнейшем сокращении ее доли в ВВП. Стоит подчеркнуть, что в Орске сокращение объема производства происходит не во всех отраслях промышленности, и это все-таки отрадно. Считаю важным, чтобы общественные и политические силы города были настроены на конструктивное сотрудничество. Куда полезнее вместо огульной критики находить и предлагать деловые пути, а самое главное, самим принимать участие и делать так, чтобы эти решения воплощали в жизнь. В любом случае, мы благодарны жителям за их неравнодушное и активное участие в жизни города. Очень рассчитываю на дальнейшую совместную работу для блага орчан и всех, кто присутствует в этом зале. Спасибо за внимание.